Всем привет! С вами Константин и Татьяна. И вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в коттедже в поселке Жемчужина, где у нас клиент на улице Ольховская, 46, принимает дом. И мы пришли посмотреть, как они это делают. Но пришли не с пустыми руками. У нас подарок. Хотим подарить им мангал. Пойдемте вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. На минутку можно вас? Да, конечно. Приветствую. Мы пришли к вам на новоселье не с пустыми руками. Знаем, что сегодня принимаете дом и хотим от нашей компании подарить вот такой мангал, чтобы вы могли жарить шашлыки, приглашать нас, друзей, знакомых, родственников, как говорится, к себе уже в гости. Ну покажите, что тут проходить вам настроили. Проходите. Наталья, приветствую вас. Добрый праздник. Вот приехали посмотреть. Сегодня вы дом принимаете. Маленько. Как сделали, все ли успели, в срок ли уложились. И хотел вообще бы узнать о вашем маленькой истории о переезде на юг. Ну, в общем, мы долго на самом деле выбирали место с женой. Ездили в разные города Краснодарского края, мы очень любим тепло. Долго жили на севере и вот решили переехать, потому что здесь климат благоприятный, то есть хотим уже солнца, хотим моря, то есть всего этого. Вот. И из всех городов понравился нам, потому что ровно, потому что чистое море, потому что очень хороший воздух, то есть все понравилось на самом деле. Ну и когда уже выбирали конкретное какого-то застройщика, мы случайно на самом деле увидели нашу компанию, вот. И понравились условия, то есть поселка тогда еще не было, а когда уже начали разговаривать, приемлемая цена, и то есть все проекты, которые были, можно было что-то выбрать, то есть, и... то есть в общем нам все понравилось, вот. И вот этот конкретно проект, он вообще в душу запал, очень красивый дом, вот. Все, что нам нужно было здесь есть, ну в общем так вот остановились. Никаких уже страхов не осталось, все, и мы были уверены. Хочу еще спросить, многие смотрят сейчас и также планируют переехать на юг. Может быть, какие-то пожелания хотите сказать будущим жильцам, клиентам нашей компании?
все-таки от вас это было бы приятно услышать, вы все-таки перешагнули этот этап дистанционной покупки, может быть, что-то скажете? Ну, самое главное, я считаю, это надо выбирать тщательно отделку, потому что отделка – это сердце дома, ну, по-моему, потому что все абсолютно комнаты, в них будешь жить, и это будет постоянно отделка, это самое-самое важное. Современный дом, который мы хотели, мы здесь получили. То есть то, что мы видели раньше в других проектах, в других домах, а здесь мы смогли как бы дать именно то, что мы хотели. Мы очень тщательно. Мы, в общем, хотим сказать спасибо застройщику «Строй Гарант Анапа» за то, что смогли воплотить мечту нашу жизнь. Вот. Нам все нравится.